Отключение объектов обороны энергосбыта от электроснабжения перенесено на 2 сентября. Гарантии погашения задолженности военной сбытовой компании дало Министерство обороны. Напомним, 22 августа МРСК Северо-Запада было вынуждено частично ограничить потребителей оборон энергосбыта из-за накопившейся задолженности. Тогда сумма составляла 115 миллионов рублей. В соответствии с законодательством отключение не коснулось воинских частей. В случае, если Минобороны не выполнит обязательства, энергетики будут вынуждены вновь ограничивать потребителей военной сбытовой компании. На 27 августа задолженность уже 142 миллиона рублей.